Ребята, всем привет! На днях в МВД сообщили, что в начале 2021 года в России заработает онлайн-база нарушителей ПДД. Что это за база и для чего она вводится? В этой базе будет храниться информация о водителях, которые многократно совершали грубые нарушения ПДД, либо были лишены водительских прав. То есть по решению понятно, что такое. По грубым нарушениям чаще всего грубыми считаются у нас превышение скорости на 60 и более километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора либо регулировщика, выезд на встречную полосу там, где это запрещено. Для чего вообще эта база нужна? Эта база нужна в первую очередь для трех категорий клиентов. Первое – это работодатели, то есть когда человек устраивается куда-то, например, водителем на служебный автомобиль, либо работать на грузовике или автобусе для пассажирских перевозок. В этом случае информация будет полезна, то есть работодатель сможет проверить, насколько дисциплинирован этот водитель и не лишен ли он водительских прав. Далее, также этот сервис, во-вторых, будет полезен для служб такси, опять же, при найме водителей. И третье – для компаний, которые занимаются каршерингом, то есть это поминутная, почасовая аренда автомобилей, то есть они смогут отсеивать тоже грубых нарушителей ПДД, которые могут, соответственно, повредить эти автомобили. В принципе, данная информация сейчас есть на сайте ГИБДД, можно зайти, там есть специальный онлайн-сервис, туда можно ввести данные, серию и номер водительских прав, и там выйдет информация по этим водительским правам. То есть это, во-первых, действующий сервис покажет, только выдавались ли эти права. То есть, ну, грубо говоря, человек предъявил реальные права, получал ли он их, либо это какая-то подделка купленная. То есть информацию по грубым нарушениям на сайте ГИБДД сейчас получить не удастся. И во-вторых, второй минус этого сайта, там можно запросить информацию только один раз. То есть, если, к примеру, вы нанимаете 20 водителей, вам придется 20 раз вводить эту информацию, что не совсем удобно. Новая же база данных позволит проводить так называемую пакетную проверку данных, то есть сюда можно будет загрузить целый список водительских удостоверений и по каждому номеру получить, соответственно, информацию о нарушениях ПДД и о лишении водительских прав. Точных сроков, когда эта база по факту заработает, пока нет. Единственное, в МВД говорят о начале 2021 года. На сегодняшний день пока что она еще не работает.